Я вовремя засвистела. Это цензура была. Цензура встроена. Подслушивать везде. Цензура встроена в микрофон. Цензурит вовремя, да, чтобы не происходило. Мерещится в глазах мир эфирных роз. Но где он, вот вопрос. Может быть, нам всем не видать мечта, не меняться только лишь на словах. Радоваться свету и мелочам, будем ближе к нашим снам. Там нет пелены, что скрывает. За жизнь, а меняются дарами. Но все же очнись, мы не там живем. Да, он не достижет. За столом сидящие, да. Вы бы выходили поближе. Концерт не бесконечен. Это как бы намек. А вы так и будете просто грустно сидеть. Так что давайте, подходим ко сцене. Поднимаем жопы! Светик, красотка, разберись там с ними. Завихся сюда. Кто ребенка не послушает, тот плохой человек. Нельзя детей обижать. Нельзя. Даже я себе этого не позволяю. Детей? Я себя не обижаю. Иногда. Ну что ж, следующая песня. Следующая песня. Кто сказал нет? Кто-то что-то там сказал. Я слышала. Не перебегай. Я тебя услышу со мной по голосу. Надо петь, короче. Ладно, прости. Говорят, сменить тональность.
У нас просто барабанщик, у него уши. У него почему-то нормальный слух хороший. В отличие от всех нас. Мы не понимаем, почему и с чем это связано, но он очень хорошо слышит. Барабанщик молодец! Барабанщик молодец! Вот, вот. Давайте поаплодируем нашему барабанщику. Ты кто тут такой хорошенький? Ты кто такой вообще молодец? Сказал сменить тональность. Сменили тональность. Все послушали. Короче, вы поняли, кто всех тут крышует, да, и всех, кто строит? Крэшует. 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 Крэшуем все. Ну что, дубль два. Мы сможем. Другое дело. Ручки. Да. Батарейки остался на телефоне. Ну почему на телефоне? На микрофоне, ну вы поняли. Пора закругляться. Это что говорит пора? Пора. Пора петь что-то безумное. И ангельское. Ангельское безумное. Ангельское безумие. Следующая песня называется «Безумие». Ангельский безумец. Дайте выпить, подожди, сейчас. Надо сложно сообразить, да. Это кто уронил? Это вывалилось из кого-то. Что-то длинное, продолговатое вывалилось.
Ну, там... Ну, всем нравится по-разному. Это что? Кто-то ушки чистит таким образом. Руки как можно выше. Бас-гитара!
ними. Наталя Рожко! Гитара! Сергей Викторович Полунин! Я уже говорю, как всегда говорю, да, вы уже ну, знаете. Ну, по традиции надо сказать. Да. Поэтому по традиции, эти девушки, вы точно знаете. Прекрасно, очаровательно, Юлиана Савченко. И прекрасная уже мадам Кристина Любовская. Еще раз спасибо всем тем, кто был с нами сегодня. Это Олег Михайлов. Сергей Подкосов. Группа Чивалунгма, Наталья Старикова, Дмитрий Толчев, котяточки наши. Денис Золотов. Всех вспомнили? Я не знаю. По-моему, никого не знаю. А как же Юра и Бондарь? Юра, но он не гость, он член команды. Член. Он не гость, он член. Большое спасибо всем вам, что вы не забываете нас, вы приходите на наши концерты. Спасибо нашему фан-клубу, который воскрес ради этого дня. Пришел сюда к нам. Спасибо, ребятушки. Фан-клуб воскресе? Воистину воскресе. Как это мило. То про сатану, то про Христа. Нормально. Это так замечательно, что хочется танцевать. Я думала, вы с нами, да?